Последнего дома, никому не говорили, знали только близкие люди, что эта мечеть будет носить имя нашего любимого пророка. Как после войны, да? Ой. Молчание, да, это же. Я попрошу свой народ, любимый народ, который я служу ради Всевышнего, когда меня не станет, чтобы они все собрались, построили маленький дом, мечеть в честь имени, для моего имени, это будет для меня большим подарком.